Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем с тобой награды и выполняем ежедневные задания. Так, ну что, в комментариях вы писали, чтобы я прокачивал все-таки Донателло Космос. Не знаю, с чего у вас такое рвение. Ну, раз вы хотите, тогда давайте его прокачивать. Найти бы нам его еще для начала. Донателло Космос, ты где? Я знаю, что ты в платиновом ранге. Эх, ролевой, я думал, что мы тебя прокачаем. Ну, народ почему-то по-другому решил. Ну вот единственное, что я не могу понять, а где, куда он делся-то у нас? Куда он делся? По уровню, уровень-то какой у него хотя бы? Так, слышь, ага, вот он, Донателло, 54 уровень у него. Так, а у меня и мутагена-то нету, чтобы... чтобы хоть что-то здесь сделать. Ладно, значит, мы с тобой побежим тогда на арену. Посмотрим, где мы с тобой находимся, на какой позиции. Так, меня, ага, сбросили до 71-й позиции. Поэтому, ребят, давайте быстренько обратно, как говорится, вернемся на свое место и будем сидеть не крякать. Единственная проблема в том, что мутагена у меня не будет достаточное количество. Но зато сегодня будет событие платиновое. Я думаю, что пойдем все-таки набивать эти стопы кланфутовцев. Я думаю, никто не будет против. Вот зачем я опять туплю? Вот вместо того, чтобы сделать супер удар валуном, я решил испытать судьбу ракетами. Угу. Добалуюсь когда-нибудь. Так, 61-я позиция. У нас, кстати, 36 откатов, и десятку я еще не посмотрел. За рекламу, естественно. Так, ну что? Возьму, наверное, здесь так и вот таким вот образом. И раз, два, три. Ну, я думаю, по инициативе Леонардо будет все-таки после Супер Шреддера делать свою заходочку. Не подведет меня? Надеюсь, нет. Потому что, ну, в любом случае, у него инициатива, да, лучше будет. Он сотого уровня, во-первых. Хотя, опять же, это не показатель. Ты помнишь, да, мы с тобой когда-то дрались. У меня сотого уровня были персонажи. У него Хан 80-89 даже. И он быстрее ходил, чем мой персонаж сотого. То есть инициатива тут все-таки очень-очень важна. И главное, чтобы она лидировала. Так, ну что, здесь мы с тобой опять же берем Супер Шреддера. Только уже вместе с Усаги. Раз, два, три. Вот таким вот образом. Давай-ка посмотрим, что у нас. О, я что делаю-то, ё-моё, ребята, вот это да, вот это. Что со мной? Зачем? Я, прикинь, сейчас только что поставил автобой. Просто я успел его отключить. Ну, это да, ребята, это означает только одно, что мне пора спать, так как уже поздно, а завтра мне на работу с утра. А я сегодня весь день, ребят, для вас записывал видосики. Угу. Ну, в основном для второго канала, но здесь тоже кое-что успел, правда, выложить. Я уже их выложу, наверное, либо утром, либо вообще на следующий день, и то после работы. Но работа, ну, никак не получится. Так, что у нас тут за команда получается? Рискованная. Ну, ладно, в принципе, Супер Шреддер сейчас делает шипы. Ну, все нормально, этих ребят просто так не положить на лопатки. Если они даже захотят, ничего у них не получится. Поехали. Так, постепеночка только на двоих, да, упала? Ладно, хорошо, это вот сейчас шваркнем. Вот так вот. И Рокс. Так, опять Сплинтер выживает. Несмотря на то, что на нем висит. Друзья, постепенный урон, он как-то умудряется выжить. И это я уже замечаю второй или третий раз. То есть постепенно урон особо на него сильно не влияет. Хотя это от Супер Шреддера. У него, сам понимаешь, практически фул прокачка. Там такой постепенный урон, что мама не горюй. Но он выживает. Так, ну что, мы с тобой двигаемся дальше. Берем Супер Шреддера Армагона. И раз, два, три. То есть я просто здесь держу свои, ребята, позиции. Так как завтра у нас воскресенье. Воскресенье, то есть последний день. Потом понедельник будет откат. Но опять же, что у нас получается? Воскресенье я работаю, в понедельник я работаю, да? Так что вот буст либо будет после работы, но это поздно. Либо он будет уже во вторник. Но там будет такой же не буст, а как тебе сказать.
прорыв. Да, прорыв, потому что там уже будет сложновато пробиваться и ускоряться к тому же. Так, ну что, 18-й ранг у нас уже, да, и поэтому тут уже можно, в принципе, расслабиться. Причем полностью. То есть две победки мы сейчас сыграем, выиграем. Пойдем с тобой немножко там что, покачаем кого-нибудь. Уровень вряд ли поднимем. Максимум, что может быть, только скиллы. И пойдем на события. События у нас там кланфутовская пита. Можно так ее назвать. И фармить. Фармить их стоит ли? Заниматься фармом сегодня? Даже не знаю. Ну, можно как бы, но нужно ли? Так, ладно, последний поединок у нас. Раз, два, три, четыре. Так, все. Давай. Это так, ребят, на это можно даже не обращать внимания. Это просто мы здесь быстренько пройдем, посмотрим. И, как говорится, удалимся отсюда. Что-то, ребята, мне, знаете, какое было желание в последний момент заглянуть в игру Hustle Castle. Не знаю почему, просто глянуть, что там новенькое, что там вообще происходит. Хотя некоторые говорят, поиграй в Brayality. Она говорит, очень похожа на Hustle Castle. Но я на самом деле не хочу в эти игры возвращаться вообще. Все давно-давно знают мое мнение по поводу этого. Но просто глянуть хочется, что там изменилось, что там добавилось. Так, ну что, первое место мы с тобой заняли. Отлично, тут забираем награды. Нам нужно же... Давай, наверное, пройдем быстренько с тобой серию испытаний. Раз. Оу, щит. Так. Я надеюсь, Крис Брэдфорд нас тут не завалит. Я специально взял майки. Для чего, ребята? Я думаю, что вы знаете для чего. Чтобы как можно быстрее нам захилять нашу команду. Все. Теперь я спокоен. Наш, как говорится, Усаги чувствует себя великолепно. Ну, конечно, можно еще подхилять. Ну, так тоже хорошо. Оба. И добивочка. Да ладно, майки, ну, красавчик. Так, и вот наша команда. Ну, здесь... Что мы сделаем? Давай, наверное, масухой завалим их. Хотя, опять же, не факт, что они сейчас упадут. Я, наверное, сюда сделаю ударчик. Это-то понятно, не железо, он там барахлит уже весь. И Ксевер Монтес. Бумс. А этот, блин, надо добить его. Он там, видишь, его коротит, бедолагу. То есть мы ему там все переломали, что могли. Так, ну, серию с испытаний мы прошли. Забираем с тобой награду. И у нас поиски. Ну, прежде чем идти на эти поиски, ребят, нам нужны... Да, нам нужны телепорты. Нам нужны телепорты, и этих телепортов нужно много. Так. Ну что, давай пойдем в клан Фуд. Попробуем здесь... Так, тихо, тихо. Вот это вот будет лишнее, наверное. Пойдем вчетвером, фиг с ним. Три волны, все дела. Бумс с удара. Неплохо. Маузера тоже с удара. Так, кто-то мне говорил, что их звать четырехрукий кланфуд, да? Четырехрукий механический кланфуд. То есть это, я так понимаю, робот все-таки. Ну, действительно. Робот, все правильно. Не будет же настоящий человек тебе четырехруким. Так. Ага. Можно вертушку. Давай вертушку сделаем. В плане ты не упал. Валяться, сказал. И здесь у нас... Так, секунду. Да я поставлю уклонение. Что тут выпендривается еще, да? И защиту мы еще с тобой. Опа. Все. Так, проникающий лучше, наверное, вот этому сделать. Ух, с удара свалили. Даже не попал ни по кому. На тебе. Промахнись. И, а, ну да, промахнулся, ребят. Этот хиляет. Ярость Рафа. Понеслась. Шархан.
тигриный коготь. Ну-ка попробуем так сделать. Почти ушатали, ребят. Так, давай добьем, наверное, саблезуба. И уже теперь муху. Норм. Так, прекрасно. Да, под усилением они, конечно, намного становятся сильнее и намного быстрее уничтожают своих противников. Как я тебе говорил, снаряжение клан Фот получили. А здесь у нас вот уже уровень на равных, 80-й. Но у нас, правда, есть соточки. Кто у нас вообще 80-го? Только Донни, по-моему. Да, только Донателло. Сможем мы, интересно, пройти полностью это событие, а? Давай-ка посмотрим, попробуем. Не будем пока мы с тобой тратить здесь суперудары. Как же мне здесь не хватает Усаги с его двойной атакой, а, ребята? Если бы вы знали. Давай защиту, наверное, сделаем. Потому что что-то тут раскромсули какие-то идут. Мне они не очень нравятся. Так, минус Маузер. Тыч, готов. Так, это у нас вторая волна. Здесь, наверное, я возьму все-таки провокацию на Рафаэля, чтобы не искушать судьбу. Да и плюс вот так вот. Это вообще будет топчик. Уклоняшка плюс провокашка. И вот еще вот так сделаем. Ай, красиво. Да и вот так еще сделаем. Упс. Крышка тебе, парень. Так, и вот с всем этим барахлом мы переходим с тобой на последнюю фазу. Угу. Вот теперь попробуй пикнут. Хоть что-нибудь сделают. Просто не поздоровится. На тебе. Так, ну, карайку ушатаешь ты? Ну, почти, ребят, почти ушатал. Рафаэль, добиваешь. Молодец, красавчик. А этот, что ты делаешь? Не попал. Защита. А, нет, это контратака. Нет, защита, ребят, все-таки. Ну-ка. Вот почему-то Мэйки, вот он как-то именно против всех шредеров очень хорошо бомбит. Я уже сколько раз замечаю. Именно Микеланджело. Тыч. Воу. Давай хильнемся. Мне не жалко. Хотя можно было бы его и звездануть. Ну-ка. Бомба. Как он там ее называл в мультике? Бомбочка, дымовая бомбочка, да? Его супер изобретение. Все. Ну что, это было у нас второе событие. И остается еще одно, третье, последнее. Но там, по-моему, 90 уровень, я не знаю, сможем ли мы его, блин, одолеть. Да, 90 уровня, будет сложно, очень сложно. Но я попробую, тем не менее. А, да, тут без уклонения, естественно, но никуда. Ага, ну естественно, ну, а как же? Как же не Доня? Естественно, начинает сразу бомбить Донателло. Так, Рафаэль, давай. Отлично. Так, я, наверное, буду Рафаэля брать в провокацию. Наверное, да? Или как? Поехали. Так, минус один, отлично. Хиляться пока не будем. Вырубили. Сейчас, сейчас, сейчас. Пока у нас с тобой защита идет, ну, стоит. Это очень круто. Минус и последнего. Так, переходим на вторую волну. А тут уже надо будет, естественно, применять супер удары. Тут еще и Рокзар у них. Защиту. Теперь вертушку. Хила у них нету здесь? Нету хила. Есть провокаторы. Давай попробуем, наверное, Бакстера вырубить пока. Есть. Сейчас либо они будут вставать в стойку. Скорее всего, будут вставать в стойку. Что один, что второй. Ну, здесь вырубим, нет? Вырубили. Ага. Вот теперь он встал в стойку. Блин. Пробьешь ты его, нет? Ну, неплохой удар, на самом деле. Правда, у нас пониженная атака, поэтому мы его и не шварнули. Вот, наверное, почему, ребят. И последняя у нас волна. Уклонение есть? Есть. Естественно, его юзаем. По мухе пойдем ударим, наверное, да? А теперь нужно применять все суперудары наши.
А, понятно. Все, естественно, на Донателло переключаются. Все переключаются на Донателло. Так, хилиться пока не буду. Наверное, сейчас попробуем с тобой ушатать эту муху. Есть. Теперь Рафаэль берет провокацию на себе. Здесь, в этой ситуации. Отлично. Ай-яй-яй-яй-яй. Огнемет жжется. Так, захиляемся на всякий случай. И теперь что? Он тоже хиляет, да? Ах ты, жук. Угу, массовая. Блин, что делать-то будем? Наверное, вот так вот все-таки. Контратака нет у кого, да? Окей. Надо, чтобы пока провокация не исчезла, как можно больше здесь завалить. Блин. Да что ты будешь делать? Я никак не могу его ушатать, а? Блин, еще и оглушили. Хотя бы минус один. Это сейчас со своими двойными атаками. Валун. Надо хиляться срочно, ребят. Хиляемся. Угу. Ну, наконец-то. Так, давай попробуем. Есть. Упал. Красавчик Донни. Красавелла. Просто взял его и уничтожил. Так, тихо. Не прыгать мне на мелкого, на нашего ботаника. Все. Все, ребята. От курочки до курочки мы прошли это событие. Круто. Снаряжение клан Вуд, как говорится, все пятки получили. Так, теперь я хотел, знаешь, что сделать? Борцы с преступностью. У нас не так много, конечно, сыра. Но хочется же. Ведь хочется, ребят. Не факт, что получится, но хочется. Да чтоб тебе, ну... Гулпит. Хорошо, это наши... Пошли две ДНКшки из 100. То есть 98 еще надо найти. Так, что я хотел дальше сделать? И поиск, естественно, поиск, ребята. Нам же нужно... Где у нас Донни? Вот он. Навыки. Один левел-то всего лишь подняли. Так, значит, не хватает нам 10 ящиков с инструментами. Погнали. Раз. Не понял. А куда они делись-то у нас? А куда они у нас делись? Телепорты, что-то я так раздухарился, а они уже бац и кончились. Зашибись. Так, что мы там искали? Свои ящики с инструментами, да? Два. Ага, не то. Три. Какие-то комиксы. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Да ё-моё, восемь. Девять. Десять. Ну что, прокачиваем до 6 ступени. Способность. Обладатель Бо. И у нас вот это вот сканирование форм жизни. Тут не хватает всего лишь 6 пультов. Ребят, 6 пультов. Ну-ка. Раз. Два. Три. Пицца кончилась, к сожалению. Три пульта бы еще нашли, и все, и могли бы прокачать. Ну, а так все, ребята, по-моему, да? Больше нам здесь пока делать нечего. На первом месте. Так, у нас что там по монетам, по жетонам, давай глянем. Так, по монетам, по жетонам. Так, 163, да, мы хотели же взять ДНК.
Так, 3 ДНК на шредеры. По жетонам. Ну, по жетонам все кисло. Ну, в принципе, пока и все. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.